селе Аскарово Абзелиловского района начнут проектировать новую школу. О необходимости строительства учебного заведения заявил первый вице-премьер республиканского правительства Андрей Назаров в ходе своей рабочей поездки по Зауралью. Школа номер один появилась в районном центре еще до революции. Здание, где сейчас проходят занятия, построено в 1969 году. Изначально оно было рассчитано на 650 учеников. Однако в данный момент в нем обучается более 1000 человек. Половине приходится заниматься во вторую смену. По словам педагогов, зданию давно необходим ремонт. Учебные классы, спортивный зал и столовая не отвечают современным требованиям и нормативам. Как отметил Андрей Назаров, дешевле и разумнее построить новое здание, чем проводить масштабную реконструкцию в старом. Ведь придется сносить несущие конструкции и заново проводить все коммуникации. Ну, давайте так, взвесим. Вы сейчас делаете такой проект, да, но мне кажется, что реконструкция здесь – это больше проблем, чем решение вопроса. Ну, потому что реконструкция, смотрите, получается, тут потолки, стены, полы. Вся система 50 лет раз здесь уже да. существует. Плюс, вы знаете, что плюс спортзал, плюс пищеблок, плюс актовый зал, столовая. Ну, то есть, куда ни ткни, все надо заново делать. Сейчас в Аскарово две общеобразовательные школы, в которых обучаются не только жители села, но и дети из отдаленных населенных пунктов. Уже известно, что в Абзелиловском районе появится одна из 14 полилингвальных школ в регионе, которая предусматривает одновременное изучение в учебном заведении нескольких иностранных языков. В настоящее время ведется ее проектирование.